Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олуха. Восьмой день, 250 тусклого янтаря забираем. Так, здесь все это закрываем. Ну и давай забирать все эти наши награды и тому подобное. Так, начнем с пака. Громобой, громель, шепот смерти и все. Начать открытие. Так. Где наш фонарь? Покажите мне, пожалуйста. Вот он. Так, железо принес? Принес. Молодец, красавчик. Я, наверное, блин, не хватает. Хотел, думал, сейчас отправить его. А железа не хватает. Так, беззубик. Да ладно, два шлема нашел. Ну, наконец-то. Наконец-то, молодец. Ну, сам понимаешь, два шлема — это еще мелочи, ребят. Так, что нам принесет зеленая смерть? Понял. Давай, 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 не гунди. Так, этот нам все поганки нам приносит. Поганочник. Так, отправьте легендарного на поиски. Да, мы отправили. Так, давай здесь заберем древесину. И отправим на поиски. Так, этого тоже на поиски. Принцесса огнеедов. Эти за рыбой. Давай, лети. Так, тоже лети. И ты тоже. Так, что у нас там получается? 337 дерева. Маловато. Так, хвостояр получил уровень. Я, наверное, сейчас, ребят, пускай идет тренируется. Вот. Здесь модификрылка за рыбой. Этот, естественно, за древесиной. Ну, что ты мне принесешь? Тусклый янтарь. Кто бы мог подумать, ребят? Тусклый янтарь. Так, эти у меня... Опа, Роза Ветров получит уровень. Слушай, кстати, можно еще дальше прокачивать. Оп, и не хватает. И не хватает, к сожалению, да? А где мои... Блин, до сих пор еще на тренировке. Долго он, конечно, тренируется. Так, ну, тебя, опять же, придется отправлять за железом. Опа. Так. Родной, лети. Я долго этого ждал. Весночус, ребята, получит у нас уровень. Это будет шикарно. Но он получит 106. Это... 5,1 миллион в час. Вау. Это будет шикарно. Он будет очень много приносить нам рыбы. Еще больше, чем до этого приносил. Так, спрячься в пещерах. Пошел прятаться. Так, здесь нам... Опа, 8 рун. Практически вариант. Так, сморкала. Тусклый янтарь. Авторитет. Пошел куда там авторитет, ребят, показывает свой. 225 миллионов рыбы. Так, что я хотел? Я еще, знаете что, ребят, хоть так, подожди. Я еще хотел сходить вот сюда. Нет, не улучшать, я хотел под... Воевать, так скажем. Ага. К бою. В плане. Откат. Я просто, ребят, в тот раз, когда серия не получилась, я повоевал, но неудачно. Сфейлился я там. Проиграл. Почему? Потому что я беззубика отправил на поиски. И пришлось без него драться. А без него, ты сам понимаешь, что... Это не вариант. Так, давай еще рекламу глянем, быренько. 6 монет Одина и сам пак. Шепот смерти, костолом, экзотический шепот смерти. Так, у меня, кстати, еще в прошлой серии, ребята, выпало яйцо на костолома, как ты видишь, да, вот он. Так, ну что, тогда можно его отправлять, в принципе, раз у нас нет события, я не могу его и начать защиту Олуха. Отправляем. Так.
Мне нужно... Сколько? Блин, еще столько шлемов. Это ж просто жесть. Целая тьма тьмущая этих шлемаков надо. Ну что, сезонный абонемент. Давай, оп, наградочку. Одну заработали. Так, мне кажется, сейчас еще одну награду мы заработаем, потому что... Нифига у нас тут наград. Ежедневок сколько выполнили? Еще одну. Так, а теперь вот здесь вот, пожалуйста. То есть три награды, что ли, получается? Нет, две. Содержит элитных. Ареновский пак. Шторморез, шепот смерти, шипорез, палящий прихвостень и вострозуб. Плюс царапалки. 250 штук. 2830. Подожди. Ага. Вот. Значит, сейчас посмотрим внимательно, все ли я тут сделал. Этого бы, конечно, хотелось бы отправить. 630, нам не хватает немножечко, да? Чуть-чуть. Может быть, этого обучить? 250, 280 миллиамов он требует, ребят, на прокачку. Вот так тогда сделаем. Ать, не хватает. Расширьте, говорит, академию. Сколько буйволорд? 400 с лишним, да, требует. Ладно, у нас тут только один. Подожди, мы сейчас глянем по событиям. Ничего, опять же, ребят, пока ничего нету. Чудовище Свена. Так, значит, будем, как и в прошлой серии, я попытаюсь, ребят, набить два пака вождя, ну и один пак. Может быть, путевый как-нибудь выйдет, потому что в прошлый раз мне выпал обычный, как ты уже догадался. Угу. Событий нету, но я надеюсь, ребят, что оно вскоре будет. Если что, вы мне подсказывайте, пожалуйста. Ну что ты, что ты, Хоферсон? Ты, наверное, будешь первым меня и получать. Бэмс, уничтожаем. Так, минус Хоферсон. Вот этот вот тоже тут нам как бы не особо нужен. Так, мне нужно накопить будет. Слушай, ну это лучше, ребят. Это лучший вариант, поверь мне. Что он потратил. Чем дал бы он возможность сделать суперудар именно ветрокрылом. Тот бы нас заморозил бы в 3 секунды. Так, здесь я просто укушу. Ой. Ой-ой-ой. А, нет, все, успеваем. Все, ребята, успели. Теперь пускай он тут хоть пыхтит, хоть трындит. Нам уже на это все равно. Потому что он не будет попадать. Он попадать не будет, а мы его будем сейчас колбасить налево и направо. Ну, чего ты? Вот и все. Теперь, ребята, когда будем играть в следующий раз в SteakWar Legacy, мне придется отключать музыку, потому что эта музыка теперь запрещена на YouTube. У меня очень, ребята, много видосиков, где пришлось просто ее удалять. Удалять этот трек, соответственно, вместе с моей озвучкой и со всем прочими делами. Это то же самое, как и в Редкуне. Когда-то эта музыка была в свободном доступе, да? И, видимо, находит такой период, когда... Тот, кто ее, например, придумал, да, композитор там или кто там, я не знаю, музыку, он ее продает какой-то компании, и она на нее получает права. И, соответственно, теперь нам эту музыку транслировать нельзя. Так что не удивляйтесь, если вы будете видеть некоторые видосы вообще, в которых не будет музыки. Это не то, что она исчезла, ее просто ребята запрещают авторскими правами, и ее приходится либо убирать, либо глушить. В общем, как-то так. Давай, наверное, мы сделаем все-таки здесь понижение брони. Кстати, я в Редкун все хотел зайти и забыл, ребят. Там же нужно дальше бомбить этих супостатов. Ну и давай, что-то там. Мазила. На тебе. Так, музыка-то куда исчезла, а?
Стрелка. Слушай, она же, по-моему, у нас имеет мощную атаку. Черненький не имеет, аркашмык-то этот молодой. А вот этот, по-моему, имеет супер атаку, поэтому надо быстренько ее вырубить. Все. Естественно, а он без усиления, да? Я думал, что он будет усиляться. Но это не тот дракон. Блин, нифига они Барсика мне расписывают налево и направо. Прощай, Барсик. А нет, пока еще живет, родной. Ну-ка, столом, наверное, позаботится, да, о нем? Конечно же. Не упустит он такого момента, ребята, чтобы не насолить нам. Сейчас он еще будет делать разбег. Нет, он, ребята, не разбег делает. Он нас лишил брони. Он нас Сайленс повесил. Но Сайленс на один ход всего лишь. Все, прошли. Ну что, вот он наш пак вождя. Давай смотреть, что нам здесь достанется. Крылатый ужас, Костолом, Древоруб, Ужасное чудовище, Громобой защитник, Водорез и Кривоклык. Блин, Шторморез нам не выпал. Так, сезонный абонемент. Я хочу еще, ребят, просто забрать одну награду. 30 рун. Кстати, у нас уже сколько рун-то? Почти, ребята, почти 1300. Так, подожди-ка, а если я гляну, сколько там можно еще, ребят, что-нибудь такое сделать? Выполните 9 ежедневных заданий. Так, отправьте Беззубика во временное путешествие, выполните задание 2. Обмен. Соберите 30 предметов для обмена в любом режиме. Так, отправьте Беззубика во временное путешествие 10 раз. Выберите тропу приключений 35 раз. Добудьте 7,5 ресурсов. Так, заберите 75. Понятно. Повысите уровень драконов на 200. Спасите нового дракона. Блин, так хочется, ребят, вот эти вот паки пооткрывать. И в то же время хочется премиум Инферно. Но видишь, 21 день. Не знаю, ребят, попробуем. Может быть, все-таки получится у нас заработать. Сомнения, конечно, офигенные, но хотелось бы. Ладно, давай, наверное, еще с тобой откроем один пак вождя. Ну, заработаем и откроем, посмотрим, что нам там выпадет. В принципе, серия получается, как и в прошлый раз, которая у меня не сохранилась. То же самое, также я, ребята, в арену играл. Только я там еще ходил на защиту. В плане этого. Ну, катапульта, защита олуха. Через катапульту. Но там я, как уже говорил, Беззубика отправил в путешествие, и без него я просто там проиграл. Почему сегодня у нас откат-то и был. Так, слушай, что-то... А что они так ходят-то по... без остановки? Ну-ка, давай. О! Блин, только не говори, что Ветрокрыл собирается... применить свою суператаку. Ах ты, он сейчас сделает, ребят, он заморозит нас. Блин. Барсику крышка, да? Ага, Барсик уклонился. Барсик уклонился. А этот опять заморозку делает. Твою налево. Мне нужно, чтобы Кривоклык у меня... отошел, я бы тогда бы на него стопоту повесил бы и все. Но он, видишь, что творит. И он мне не оставляет выбора. Укус. Давай укусим. Вот, вот, вот. Он почувствовал, ребята, что пахнет жареным. Начал тут юлить. Естественно, слепота. Естественно. Фу, а дальше пускай что хочет делать. Сейчас мы ему понижение брони сделаем и уже, я думаю, ушлепаем его. Так, укус. И там останется только лишь добить. А, он сейчас хильнет еще себе здоровье. Ну да, добьем. А здесь у нас вот такие вот драконы присутствуют. Так, Громорога, наверное, начнем в первую очередь наказывать. 20 уровня. Плохо.
Острокрылый змеевик. Блин, на 20 уровне. Сейчас что будет делать? Ух. Неужели барсику крышка, а? Вот так вот, ребята. Быстро они нас тут ушатали. Я бы даже сказал, моментально. Ладно, этого убираем с поля боя. Теперь-то кого? Змеевика, наверное, надо бомбить, ребят. Чего вытворяет? Блин, сейчас ушатает, скорее всего, ребят. Под усиленной атакой он может... Да. Он может. А мы его сможем прокусить? А мы можем, знаешь, что даже сделать лучше? Вот так вот. Пускай он сделает суперудар. Есть. Фу, нифига он ему пропечатал. Так, ё-моё, сейчас уничтожит нас фаерболом. О, тройным тем более. Ты серьезно? Ну, баса. Так, друзья мои, последний у нас поединок. И начну я, наверное, с громобоя. Хотя вот, если выбирать громобоя и громыля, мне кажется даже иногда, что громыль будет похуже. Так, укус. И добьешь? Молодец. Так, этот сейчас будет... Нет, ну сейчас он ничего не делает. Он на трех энергиях бросает свой фаербол. Ну, сарделька с двумя атаками, это, конечно, плохо. Давай, наверное, так все-таки сделаем. Ой, мне кажется, здесь... Сейчас начнется такая волокита. Хотя, подожди. Если у нас есть отхил. Полетел фаербол. Сарделька с своими двумя атаками. Вырубишь? Нет. Чуть-чуть тебе не хватило, да? Слушай, ну сейчас, если он даже барсика добьет, мы должны его ушатать успеть. Раз. Плюс мы хиляемся. И кривоклык. Хотя, подожди, не кривоклык. Ай. В любом случае победили. Так, вот он и второй пак вождя. Давай открывать, смотреть. Древоруб. Душитель, злобный змеевик, громобой защитник, погибель Хоферсона и все. Больше нам ничего, ребята, не выпадет. Камнелом приземляется на лохе. Поймайте в драгона, прежде чем с иных игроков. Обучение в Академии сезона. Ну вот, в принципе, больше мы сделать... Ничего здесь не можем. Все работает, все отлично. Ну что, друзья, тогда я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.